Всем привет! Сегодня уже четвертый день на Кипре, и сейчас мы приехали на замок Алоси. Старый город Куриум, там очень классные достопримечательности, говорят, и там есть даже старые амфитеатры, и сейчас я вам все буду показывать. Посмотрите, какие фотки получаются, когда очень сильно яркое солнце. Просто. А вот такие фотографии получаются, когда очень темно, и вы выбираете не тот режим. И у меня половина фотографий просто засвечены. Это меня так раздражает, посмотрите. У меня есть одна фотография не засвеченная с этого путешествия. Надеюсь, вам было видно то, что я вам показывала сейчас. Это рожковое дерево, а это его плоды, и говорят, что оно поднимает иммунитет. И вообще они сейчас очень вкусные. Еще говорят, что их едят козы и овцы, поэтому я хочу их привезти в Луизе. Ладно, шучу. Они реально вкусные, я их попробовала, и мне понравилось. Это очень странно, но мне понравилось. Как в Ривердейле. My strawberry kisses. По предыдущим видео мы сейчас катались на яхте, заезжали в разные пещеры, также мы купались в открытом море, а сейчас мы приехали на шоу фонтанов, которое скоро начнется, и я вам все буду как всегда показывать. Thank you.
Всем привет! Сегодня уже 6-й день на Кипре, и сейчас мы приехали в супермаркет. Просто посмотрите, сколько здесь много разных вкусностей. Просто смотрите, сколько Орео. Я обожала эти киндеры, но в России сейчас не продают, а здесь их продают, и они очень вкусные. А вот такие шоколадки я покупала в Греции. Смотрите, какие милые яблоки со сливками пеппер. А на втором этаже этого супермаркета здесь канцелярия. И я вам скажу, что выбор тетрадок у них не слишком большой. Просто. Пока у меня есть время, я вам расскажу про наш отель. Вот это вот домики, это не главные корпуса. Здесь выход на лужайку, это очень классно. Мы живем, кстати, на первом этаже. А там находится бассейн и главные корпуса, также ресепшн и так далее. А вот здесь вот уже находится море, то есть мы очень близко к морю, и это очень классно. Также там находятся всякие кафешки возле моря, и мне здесь очень нравится. Также территория отеля очень красивая, здесь разные цветы. Также мне нравится вот эта вот пальма. У нас номер находится прямо напротив этой пальмы, и это очень круто. Также на Кипре очень солнечно и очень жарко. И мне нравится здесь солнечно, потому что фотографии получаются очень классными. А также здесь вообще, по-моему, не бывает дождей, потому что очень жарко. Луиза, я походу нашла твой рай.